Садыка. Ты приняла ислам? Валиде Султан дала мне это имя. Аллах позволил мне быть мусульманкой. Хорошо. Откуда ты родом? Откуда ты? Я с реки Савы, что вблизи Дуная. Венгерка? Нет, болгарка. Так красиво. Тебе нравится, Хюрем? Нравится. Очень красивый дворец. Но работы тут даже больше, чем я полагала, Хатидже. При том, что мы немедленно начнем, ремонт продлится месяцы. Мне кажется, здесь не нужны большие переделки. Да, ты согласна переехать в новый дом хоть сегодня. Однако дворец должен соответствовать твоему статусу. Здесь должна царить радость, Хатидже Султан. Ведь тут на свет появятся ваши дети, иншалла. Иншалла. На этой стене прикажите нарисовать много цветов. Глядя на нее, вы будете видеть райские сады. Валиде Султан не особенно жалует Хюрем Хатун. Странно, что она не вас, а ее взяла с собой посмотреть дворец. Она словно колдунья. Что бы с ней ни случилось, отводит любую беду. Что делать? Ей во всем везет. Валиде Султан любит и поддерживает вас, госпожа. Она никогда не обидит вас. Меня может спасти лишь любовь султана. Небахат Чехре, Мирьем Узерли, Окан Ялабык, Нур Айсан, Сельма Эргеч, Сема Кечик Карабель, Филис Ахмед, Селим Байрактар, Саадет Ишил Аксой, Нихан Бюкаач, Бурджу Туна, Селена Стюрк и другие. Художник Нилюфер Геритляглу. Композиторы Фахир Атакаглу, Санер Акалын, Айтекин Аташ. Автор сценария Мирал Окай. Продюсер Тимур Сабджи. Режиссеры Ягмур Тайлан и Дурул Тайлан.
Великолепный век. Что там случилось? Из-за чего шум? Повелитель в большой спешке вышел, Паша. Не поворачивайся, стой, как стоишь. Эту стену нанесут рисунки? Ибрагим Паша Хазрет Лери уже приказали и даже выбрали мотивы для росписи. В мастерской работают искусные мастера. Уверена, они прекрасно справятся. Не беспокойся, Хатидже. Паша привел этого человека. Он художник. Ему поручено расписывать стены, госпожа. Не поднимай головы, ну-ка пошли, ступай! Махедевран! Что такое? Он упал в воду, повелитель. Беду удалось отвести. Мехмед, шахзаде мой. Ну все, успокойся. А где при этом были все вы? Почему не следите за моими наследниками? Они рядом были, повелитель. Это случилось в один миг. Махедевран Султан сразу же бросилась его спасать. Оденьте его, чтоб не захворал. Папа! Сынок, Мустафа.
Ну все, успокойся. Все хорошо. Аллах да не оставит тебя, Махидавран. Повелитель, Аллах благослови. Все обошлось. Отец, скорее пойдем к моему брату. Он очень испугался. Хорошо, Мустафа, идем. Ты очень переживаешь за Мехмета? Да. Махидуран. Махидуран. Мустафа хочет пойти к брату. Идем с нами. Скажи, кто эти женщины? Они члены семьи султана Сулеймана Хана, нашего повелителя. У нас запрещено глядеть на женщин и на членов султанской семьи. Они все живут здесь? А тебе что за дело? Ты сможешь расписать стены, как приказал великий визирь? Конечно. Дорогу! Благодаря вашим советам, Валиде, тут будет истинный рай. Это твой дворец, Хатидже, твое гнездо. Все здесь будет исполнено, как ты пожелаешь. Прошли, можно повернуться. Когда ты собираешься приступить к работе? Я готов. Сейчас. Правда? Ну да. Ну тогда пойдем. Иди, 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 иди. Пока уложите Шахзаде здесь. Отнесете его в покое матери позже. Госпожа, простите меня. Спасибо вам, что спасли его. Молчи, Аллах его уберег. А не будешь следить за Шахзаде, жизни лишу. Сынок дорогой, не печалься. Это ты помог брату. Ты крикнул, и мы увидели. Это мой сын. Мустафа всегда будет защищать младшего брата. Так ведь? Садыка, иди за мной, мы уходим. Султан сейчас вернется. Зачем ему возвращаться? С какой стати? Он теперь сидит в гареме со своей семьей. Я думала, что меня... О, Аллах, она о своем. Ты что, не понимаешь? Совсем ничего не соображаешь? А ну-ка, быстро пошла. Иди. Сюмбюляга! Ибрагим Паша. Иди, не стой. Ступайте. Что это такое? Что такое, Паша? Забыл, что я сказал? Я приказал, чтобы без моего ведома даже мышь не пробралась. Я собирался вам доложить, великий паша, но не нашел вас. Валиде Султан сказала мне подготовить Садыку Хатун для встречи с султаном, нашим повелителем. Валиде Султан? Ну да.
Что я мог поделать, когда приказ исходит от матери султана, великий паша? Иди. Иди! Приветствую вас, госпожа. Да, я Сюмбюлю, найди побыстрее. Надо кое-что решить насчет ремонта дворца Хатидже. И главного архитектора позови. Все сделаю, госпожа, но у меня для вас неприятная весть. Что случилось? Шехзаде Мехмед во время прогулки упал в воду. Что? А? Наследник спасен. Все обошлось, слава Аллаху, не беспокойтесь. Где сейчас мой внук? Махидевран султан оставила его в своих покоях. Он у Махидевран? Госпожа спасла его из воды. Немедленно идем туда, быстро! Что такое, Садыка Хатун? И откуда ты такая нарядная? Ради кого все это? Не у султана ли ты была? Нашему султану такая не нужна. Что ты сказала? А ну тихо, ори! Разойдитесь. Скажи-ка, и где же ты была? Это говорить нельзя. Как? Что это за новости? Кто мог тебе не позволить? Сюмбюляга приказал? Сынок, Мехмед! Как это произошло? Как обычно, я сегодня с Мустафой пошла в сад. Мехмед тоже гулял. Они играли спокойно, рабыни стояли неподалеку, следили за детьми. Видно, их что-то отвлекло. Тогда он и упал в воду, но, к счастью, я успела. А Мустафа не испугался? Конечно, он напуган. Мустафа любит младшего брата Хюрем. Он очень переживает за него. Все хорошо. Мустафа сейчас у султана. Ты спасла моего сына. Благодарю тебя. Лейте свинец в воду от сглаза. У нас то и дело что-то случается. Мустафа. Валиде, с вашими внуками все хорошо. Спасибо, Махидевран. Слава Аллаху. Повелитель, разрешите? Мы пойдем в свои покои. Госпожа, Аллах да благословит вас. Вы вернули мне сына. Сюмбюляга, может, еще одну партию? Шекерага, каждый побежденный борец требует продолжения боя. Этот счет за тобой. За 40 лет ты у меня только раз выиграл, а уже загордился. Как Аллаху будет угодно, а вдруг мне повезет. О, Аллах, у меня полно дел. Но, похоже, ты не отстанешь. Давай. Но если я выиграю,
Ты принесешь мне к вечеру полный поднос пахлавы. А, договорились. Начинаем. Симбуляга. Видишь, нет мне покоя. Без сюмбюля никак. Что такое? Как что? Это надо у тебя спросить. Значит, садыку ты отводил к султану. О, наказание Аллаха. Я ей ведь ясно сказал, молчи. Нет, как соловей запела. Выходит, это правда. И моя догадка верна. Нигер Калфа, а ты не так проста, как кажешься. Вытащила из меня ответ. И что же произошло? Как это что? Как Валиде Султан сказала, так я и устроил. Не у нас же им спрашивать разрешение. И раз Садыка вошла в число фавориток, ее опять нужно на верхний этаж переселять? Да ничего подобного. Садыка с Султаном не была. Шахзаде упал в воду, Султан услышал и сразу же ушел. А может, она снова пойдет? И тогда начнется такое, страшно сказать. Чшш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 ш
Вай, она же способна этой бедняжке лицо изуродовать. А я буду за все в ответе. У Мехмета жара нет. Все хорошо. Мария, ты ума лишилась? Как мой сын остался один? Мехримах надо было уложить. Я отлучилась ненадолго. Я сказала Гюльшах, что быстро вернусь. Ты доверила волку ягненка. Сын был в опасности. Да не думай о плохом. Махидевран спасла твоего сына. Ладно, уложи Мехмета. Слава Аллаху, шахзаде, все хорошо. Мне сказали, ты поблагодарила Махидевран Султан. Я очень рада. Раньше ты бы стала обвинять, что это она все подстроила. Похоже, я вспоминаю, какой была прежде. Это нормально. Я учусь тут жить. Ты сама мне это говорила. То есть ты изменилась? Ни крика, ни ссор, никакой грубости. Точно. Я дала себе слово. Увидишь, что бы ни было, буду вести себя, как подобает госпоже. Что ж, посмотрим. Хочу кое-что рассказать. Что за новость? Садыка. Что произошло? Она тоже умерла? Это с чего же? Айше нашли здесь мертвой. Ее убийца до сих пор во дворце. Ты не боишься? Нет. Я о другом хотела сказать. Садыка сегодня была у султана. Я ничего не понимаю. Садыка в покоях султана сегодня не была? Она была, госпожа. Мы ее подготовили и, как обычно, проводили. Но с наследниками в тот же час неожиданно случилась неприятность. Довольно, не будем вспоминать об этом, я поняла. Что мне прикажете сделать? Еще раз садыку подготовить? Нет, теперь не стоит. Отправим ее в другое, более подходящее время. Как только прикажете, госпожа. Подойди, Махидевран. Когда это было? Не нужно так волноваться. Это произошло, когда вы с Валида Султан отправились в этот новый дворец. Кто приказ отдал? Сам Султан? Да нет. Валида Султан распорядилась.
Что ж, теперь я все поняла. Значит, Валиде Султан специально меня увела. Ну и что же делать? Ничего. Она с султаном не была. Когда из-за шехзаде начался переполох, ее тут же отправили назад. Значит, все, что они задумали, им не удалось? Не спеши радоваться. Уж если Валиде Султан что-то решила, она добьется своего. Что они имеют против меня? Чем я им не угодила? Ведь я молчу, подчиняюсь их приказам, а они пытаются меня унизить. Хюрем Султан, ты должна оставаться спокойной и всегда вежливой. Махидевран, ты обиделась на меня за то, что я не взяла тебя с собой во дворец Хатидже? Нет, Валиде, разве я посмею? Я печалюсь о другом. Ты узнала, что Садыка была у султана? Ты не представляешь, что я вынуждена преодолевать. Махидевран, я всеми силами стараюсь поддерживать определенный порядок в этом огромном гареме. Тебе было трудно, однако ты все же научилась делить своего султана. И Хюрем научится. Иного пути нет. Уж так нас всех воспитывают в гареме султана. Чего я только не испытала с моим покойным супругом. Падишах не должен принадлежать лишь тебе одной. Таков порядок. И не нам его менять. Ибрагим Паша так и не вышел на балкон. Я очень скучаю по нему. В тот день, когда приняли решение о нашей свадьбе, я почувствовала, будто он отдалился от меня. Я боюсь, что-то случится. Вдруг я проснусь и пойму, что это только сон. Госпожа, вы теперь помолвлены, а что это значит? Вы можете видеться с женихом. Ну вот, пусть улыбка не уходит с вашего лица. Успокойтесь, наконец. Кто этот художник? Он не здешний повелитель. Его зовут Лука. Он из Крыма. Матракчи встретил его на рынке, потом они подружились. Кажется, он еще и торговец. Разве художник должен заниматься торговлей? Не уверен. Говорят, он хорошо писал иконы для церквей. С вашего позволения, он сделает несколько росписей для дворца, который вы нам даровали. Это твой дворец, Ибрагим, так что делай, что хочешь. Только осмотрительнее выбирай рисунки, чтобы наш главный муфтий не потерял сон. У Зембели настолько острый глаз, повелитель? Сам не разглядит, найдутся те, кто ему расскажет. Государь, Хюрем Султан пожаловали. Пусть войдет. Позвольте удалиться. Ибрагим Паша. Сегодня я видела ваш дворец. Очень красивый. Я надеюсь, вы будете в нем счастливы. Благодарю. А вопреки всему, я буду счастлива здесь. Так ведь? Поздравляю с назначением на должность великого визиря, Ибрагим Паша. Благодарю вас за любезный визит и поздравления, господин посол.
До нас дошли слухи, что вы женитесь на Хатидже Султан, прелестной сестре великого султана. Поздравляю. С Перемехметом Пашой со временем стало все труднее находить общий язык. У нас были разные подходы в толковании мироустройства. Перемехмет Паша очень опытный и талантливый политик. Он служил во славу империи османов. Так что его имя следует упоминать с благодарностью и почтением. Господин посол, мои дружеские отношения с Венецией будут развиваться в том же ключе. Не беспокойтесь. Однако у меня к вам есть несколько вопросов. Я слушаю вас, Паша. Как Ватикан относится к идеям Лютера, которые он так старательно распространяет? Под вопрос ставится судьба церкви. Для меня неожиданность, что вы проявляете к этому такой интерес. Вы меня действительно очень удивили. Не надо удивляться. Нам суждено по одной земле ходить. Лютер хочет и материально, и морально ослабить церковь. Папа объявил Лютера еретиком и отправил в ссылку. Папа не учел того, что Лютер вернется. К тому же, он вернется решительнее и сильнее. Народ, многие правители, конечно, захотят поддержать его. Церковь перестанет грабить народ, не станет искупления грехов за золото и никакой торговли местами в раю. Садыка. Разве ты теперь тут живешь? Переселили сегодня. Наверху живут фаворитки. А ведь я не фаворитка. Не грусти. Глядишь, и ты станешь наложницей. Как ты оказалась во дворце? Кто помог? Ибрагим Паша привел меня в гарем. Теперь все ясно. Садыка, ты что, прохлаждаешься? А ну-ка, принимайся за дело. Быстро! Госпожа, прошу, у вас есть пожелания? Сюмбюляга. Ты напрасно от меня бегаешь. А мои пожелания ты не сможешь исполнить. Силёнок не хватит.